кому трусы? Никому, что ли? Тогда обратно уйду. Никому не надо, да? Ну, ладно. Продавец, продавец! Да? Пожалуйста, минуточку. Я вас слушаю. Понимаете ли, какое дело? Я скоро женюсь. И мне нужны трусы. И так, у меня первая брачная ночь, мне нужны трусы, знаете, какие? Вот такие покруче, пооригинальнее, да. Сейчас, минуточку. Вот это пойдет? Ну-ка, дай-ка посмотрю. Ну нет, ну что, это же с Гурскиным. Смотрите. Ну, тогда другие предложу. Ну вы понимаете, в чем дело? Если я купил бы эти трусы, вот... Поймите ситуацию, я схожу к жене, начинаю расстегивать гульфики, и сразу такое ощущение, как будто не туда попал. Ну это же сексуально! Сами вы сексуальны, давайте другую. Вот, 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 вот. Ну здесь же два гульфика, вот. Представьте, вы приходите и подарок, раз. Какой подарок? Вы поймите, я покупаю трусы, я же не иду в гости. Ну это же не гульфики, это карманы. Карманы? Ну что карманы? Вот представьте, захожу к жене и говорю, милая, я купил тебе подарок, поищи его у меня в штанах или в трусах. А? Давайте другую. Ну слушайте, это что еще такое, я с какой-то матнёй сзади. Не сзади, а спереди. Это специально для половых гигантов. Вы посмотрите на меня. Какой? Мне уже скоро 40 лет. Какой из меня половой гигант? Представьте. С такой пустой матнёй еще спереди. Ну, давайте тогда, другую. Ну тогда... Да. Ну? Нет, здесь одна штанина зашита, такая не пойдет. Это для одноногих. Для одноногих? Вы посмотрите, что смеетесь. У меня же две ноги. А я откуда знаю? Вдруг у вас одна деревянная? Не смешите, давайте ищите. И вообще, не морочьте мне мозги. Вы откуда вообще, а? Я из Казан. Так бы сразу и сказали. А то... Ну, вот! Да ну такие, а то морочьте мне мозги. Спасибо. Громче гопа и пела дождь.
Удачи, человеческого счастья. Желаем, чтобы везло вам во всем, и в большом, и в малом деле. Вот уже 10 лет, как вы шагаете вместе и не отступаете с выбранного вами пути. Продолжайте веселить наш народ своими песнями, танцами и юмором. Но самое главное, никогда... Слышите? Никогда не старейте, оставайтесь вечно молодыми. А вас, присутствующих, мы просим, чтобы вы также продолжали любить наш клуб местных аборигенов Лимпопо. И пусть эта звезда, которую заложили сегодня на этой сцене, горит живительным огнем.